Новый виток развития канадского финансового рынка. Центральный банк Канады исследует возможность создания собственной цифровой валюты. В документе, опубликованном канцелярией Банка Канады по управлению финансовыми учреждениями, отмечаются основные преимущества и недостатки такого шага. Авторами этого отчета являются директор Банка Канады Бен Фуг и ныне старший советник по исследованиям Payments Canada, а в прошлом директор управления финансовых институтов Канады Уолтер Энгерт. В отчете говорится, что введение нового средства оплаты значительно упростит конкуренцию в сферу платежей, сделает хранение средств безопаснее.